луках себя? Как ощущается? И можешь ли ты теперь в нормальной жизни, там, в метро и на работу ходить без каблуков? Я могу даже на работу на каблуках ходить теперь. Напомни, Вадим, кем ты работаешь, чтобы не было никаких у людей сомнений. Где можно встретить тебя? Я работаю консультантом. Обращайтесь. По вопросам кредитования. Не, ну правда, нет никаких, вот что быстро привыкается? Или там невысокие каблуки? Что за обувь? Ну, я привык довольно быстро. Говорю, я сейчас могу ходить и на каблуках, и без каблуков. К тому же, сейчас, когда еду на работу, все время тренируюсь даже во время поездки в метро. Как? Ну, вспоминаю, например, про спину. Все время горбился раньше, а сейчас вот меня научили, наконец, держать спину ровно. А чего ты сейчас сидишь, горбишься? Посмотри, как Лючана сидит рядом с тобой. Сейчас я стараюсь попасть к ребятам. Я пришел на телевидение. Кстати, любопытная... Спасибо, Вадим. Любопытная ситуация на тренировках. Я во время монтажа обратил внимание, что многие участники заигрывают с камеры постоянно. Вот этим особенно грешит Михаил Михайлов, который все время что-то там такое... Привет и так далее. Грешит этим Тимур, которого здесь нет. Он все время говорит, йоу, там что-то такое. Даже когда отжимался, мне почему-то казалось, что вот он думает о том, насколько он красиво это делает. Девушки, по-моему, практически никто не обращает внимания на камеры. Так, кто еще из мальчиков? Ну, Паша, он все время такой в образе, это понятно. Объясните мне, пожалуйста, почему вот мужчины на камеру как-то реагируют, а девушки вроде как на работе? Возможно, это связано с тем, что девушки обычно как-то более уверены в своей красоте, в своих таких внешних данных там и так далее, да? А мужчине ему сложно вот поверить, что он может быть привлекательным, может быть мужественным и привлекательным по-мужски. Поэтому как-то хочется все время проконтролировать, где здесь камера, где она. Посмотрю, все ли в порядке. Я думаю, здесь другая часть. Девушки смотрят куда? В зеркало. Мы, мужчины, в зеркало не смотрим. Нам нужно куда-то смотреть, и тут появляется камера. Куда же? Конечно, в камеру. Да ладно, все это звездные замашки. На самом деле, я обратил внимание, что парни тоже гораздо чаще стали смотреть в зеркало. Да-да, и ты, Вадик, тоже. Причесываться. Один из самых трогательных моментов этой недели был, когда он так как-то неожиданно вдруг возник, и я даже не знаю, был ли он спонтанен, или Елена Калугина с Кириллом Никитиным очень тонко просчитали появление этого момента в жизни коллектива. Это когда, вот, по-моему, до четверга этой недели они ходили вот так вот, как зомби. У них были такие действительно смешные, странные руки, крабики, как угодно, олененки, козлики, все, что угодно, только не то, что нужно. А потом вдруг Лена вот им что-то такое объяснила и говорит, а сейчас повторяйте за мной. И вдруг в зале наступила такая атмосфера, что даже Кирилл Никитин, мне кажется, на какое-то время потерял дар речи. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели сейчас этот фрагмент. Это работа руками в танце румба. Я думаю, мы можем закончить наш урок красивыми руками. Казалось бы, ничего такого сверхсложного в этих движениях не наблюдается, но вдруг все буквально преобразились. Удивительно, что все повторяли эти движения практически точно, идентично, очень хорошо. Обратите внимание на Андрея Булгакова. Когда Лена сказала, расслабьтесь, вот тогда я как-то действительно расслабилась и поняла, что все. Я вот вложила все свои эмоции, все ощущения в руки, и мне прям даже сама понравилось. Елена очень точно отметила ощущение участников проекта, вперед, потому что вперед. Действительно им самим вдруг закрыли, безумно понравилось. Вышли, и даже на какой-то момент было решено, что хорошо. Неплохо а было бы каждую вверх. Тренировку начинать с такой разминки. Елена, вопрос к тебе как к тренеру.
это была продуманная акция, вот, и отдача от нее именно такая и ожидалась, или это прям вот спонтанно так получилось? Это не спонтанное было упражнение. Я нет, много а вот раз именно реакция на него. С ребятами, я примерно такую реакцию ожидала. Вот я много раз просто пробовала это упражнение выполнить с людьми, которые никогда не работали над руками. Вообще в танцах очень большая проблема, то, что мы уделяем очень много времени технике, там, поворотам, направлениям и так далее, но очень мало обращаем внимания на то, как вообще, в принципе, руки могут работать, в каких направлениях они могут выворачиваться, крутиться и так далее. То есть как бы уже руки уйдут по умолчанию. И в свое время у меня тоже была проблема, когда я не могла научиться. То есть у меня была проблема, я не могла работать руками в танце. И я начала этот момент разрабатывать больше сама и пробовать с учениками. И мы пришли к выводу, что действительно это очень помогает. И когда особенно это происходит под румбу, под такую музыку, которая прям вот из души идет, действительно, которая цепляет тебя, люди намного быстрее раскрываются, вот эти вот жесты руками, они не закрытые, да, не отталкивающие жесты, а наоборот, как бы привлекающие, там, ну, мы стараемся показать нежность, какую-то плавность в руках, или наоборот, четкость, они выражают эмоции людей, люди больше раскрываются в этот момент, конечно, я не удивлена, что ребят захлестнула такая волна. Ну что, я думаю, что все до сих пор переживают немножко этот момент. Даже у меня немножко бегут мурашки по коже от того, как это было здорово. Давайте прервемся на одно мгновение для того, чтобы поблагодарить нашего партнера, предоставившего главный приз в проекте «Давайте танцевать». Собираетесь в командировку? Один звонок в компанию «Реноме» и вам гарантированный комфорт и деловая атмосфера бизнес-поездки. Компания «Реноме». И мы находимся в студии Останкино, где полным ходом идет проект «Давайте танцевать». Кстати, хотел напомнить, что танцевальный зал, тренировочный для нашего проекта, предоставляется компанией Dance Style, где люди тоже учатся танцевать. И, в общем, они нам даже, может быть, немножко завидуют, что мы на телевизоре. Ну и Dance Style тоже на телевизоре. Пока что наша программа носит чисто ознакомительный характер. Понимаете, мы... Некоторые зрители даже не понимают, а что происходит? Вот они ходят там, что-то тренируются, отрабатывают какие-то движения. А где вообще, где экшен, где движуха? Вот хочу вам сказать, что экшен начнется очень скоро. Первый экшен — это будет постановка наших участников в пары. И второй экшен на очередной вечеринке мы будем отсеивать самых слабых участников. Мы будем отсеивать уже пару. И сейчас я даже... Ну, осмелюсь предположить, что мы специально не акцентируем внимание на том, что кто-то лучше готовится, кто-то хуже готовится, потому что спортсмены вот так вот скачут. Один, кто был отстающий, смотришь, он занимается, дома занимается, в перерывах занимается. Выключили камеру, он все равно тренируется, и вдруг он становится лучше, чем тот, кто был лучше. И в итоге назревает некая конкуренция. А когда участников поставят в пары, то там, я думаю, начнется просто настоящая битва и мясорубка, потому что именно тогда мы будем определять, кто же действительно лучше или хуже, и кто пойдет дальше, а кто останется в нашем проекте уже в качестве зрителя. Но определять буду не я, естественно, и не единолично Лена и Кирилл, а будет целое жюри из зрителей, и из специально приглашенных гостей, из экспертов и профессионалов. Так что ждите. Уже где-то 10 января будет первая вечеринка, посвященная отбору, отчислению одной из пар из нашего проекта. Но 3 января сначала эти пары нужно составить. Елен, коротко, вот за эту неделю, что... удалось добиться, и чего добиться не удалось по каким-то причинам? Что вот хотели сделать то-то, а потом раз один заболел, другой еще что-то, и мы не смогли. Есть такое? Я бы сказала, что не за эту неделю, а за весь прошедший срок мы добились, во-первых, от участников внимания, дисциплины на уроках. Mm-hmm. Это первое, это самое важное, действительно. Во-вторых, они уже все держат спину, стойка у них. Правильно, постановка корпуса. В-третьих, мы научились работать руками, что немаловажно в танцах.
Но в четвертых музыка у нас появилась. А научились ли они работать головой? Тишина. Пока они научились грамотно повторять все. Да? То есть работать головой танцор начинает, когда он уже самостоятельно может какие-то ошибки выявлять. На данный момент ребята к этому еще не готовы. Они готовы только получать информацию и ее в какой-то мере обрабатывать и улучшать. Ну что же, объем информации действительно очень большой, и если тренировки проходят каждую неделю, и вы их видите в эфире НТВ+, можете себе представить, что за одну неделю было выучено, доучено ча-ча-ча, ну, не все, конечно, но несколько блоков, и начата румба. А на следующей неделе, вслед за румбой, наши спортсмены уже будут оказываться в произвольном порядке в парах и отрабатывать снова самбу, ча-ча-ча и румбу. В общем, вот такая круговерть. Каждый будний день утром и вечером в эфире отчет о тренировках проекта «Давайте танцевать». Ну, а каждое воскресенье, примерно в час дня, мы обсуждаем, как же прошла эта неделя и... Очень скоро мы будем ставить спортсменов в пары, и очень скоро мы будем голосовать за лучших и лучших и лучших. А 14 февраля, напоминаю вам, турнир, в котором победившая пара получит главный приз – поездку в Испанию на родину фламенко. Ура! Дорогие друзья! Я обращаюсь сейчас к участникам. Помните, на первой передаче, когда мы показывали кастинг, я вам пообещал, что если вот так вот вы не очень приглядно выглядите на этом кастинге, то где-нибудь через недельку-другую я тоже постараюсь опозориться. Именно специально для этого наши режиссеры сделали нарезку из моей работы как ведущего. Вот ей-то мы и завершим программу «Давайте танцевать». До встречи через неделю. Кто же из них лучший? Кто станет... Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Это первая часть. Лёля. Ленка. Отлично. Понятно. Еще разок. Елена Калугина и Кирилл Никитин. Голосуйте за участников. Медиапартнера. Так, у кого и телефон? Елена Калугина и Кирилл Никитин. Добрый вечер. Смотрите наши ежедневные утром и вечером. Да, победитель. Все, можно уходить. Блин, ну я так не могу говорить. По-моему, гениально. We'll be right back.